Вот у нас что было раньше. А, ничего себе. Да, вот такие маленькие кадры. И я не скажу, что они очень качественные. Вот можно сравнить изображение, которое мы сейчас получаем. Заведующая рентген-отделением не нарадуется на работу нового малодозового цифрового сканирующего флюорографа. Помимо качественной картинки, этот аппарат делает снимок еще и информативным. Под каждым фото указана доза облучения пациента. Теперь за тем, чтобы она не была превышена, можно будет следить по электронной истории болезни. Мы его ждали уже много лет, мечтали о нем, наконец мечта сбылась. И у нас просто, вы знаете, профессиональное счастье. И легче работать, и передача информации на современном уровне в дальнейшем. Мы можем даже в другие города посылать эту информацию. У нас получается база данных, допустим, он прошел в этом году, еще через 3 года, еще через 5 лет. Все это можно сразу информацию получить единовременно и сравнить в динамике, как протекает заболевание. Отделение первой поликлиники, что на улице Конституции, в среднем обслуживает 50 тысяч горожан. Старый флюорограф с таким потоком не справлялся. Пациентов приходилось направлять в другие филиалы. Теперь работа наладится. Раз такой аппарат у нас пришел, мы будем делать вместо одной 2 смены. Полную загрузку до 5 вечера будут идти больные. И скорость выдачи результатов, конечно, выше будет. До конца 2016 года в медицинские учреждения Кубани поставят 11 передвижных и 5 стационарных флюорографов. Оборудование стоимостью 150,5 миллионов рублей приобретено за средства Фонда обязательного медицинского страхования. Инга Габеша, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.